8 сентября в Запорожье в выставочном комплексе торгово-промышленной палаты «Казак-Палац» прошла конференция «Повышение ресурсоэффективности предприятий Запорожского региона. Достижения и перспективы проекта ЮНИДО». Организатор мероприятия – Центр ресурсоэффективного и чистого производства, который был основан в 2013 году при поддержке правительств Австрии и Швейцарии в рамках проекта «Организация Объединенных Наций по промышленному развитию». В 2014 году Швейцария начала работать с Украиной в сфере энергоэффективности и энергоэкономии. Такое сотрудничество будет иметь плодотворные перспективы как для Украины, так и для Швейцарии. В Запорожской области эксперты Центра ресурсоэффективного и чистого производства изучили ресурсы и энергопотребление на предприятиях, обучили специалистов, провели технические аудиты, на основе которых разработали и предложили планы оптимизации использования энергии, воды и сырья. Это позволяет отечественным предприятиям обеспечить соответствие производственных процессов требованиям национальных и международных стандартов качества и экологии. Мы работаем сейчас в 4 регионах Украины. Это Киев, Запорожье, Винница, Одесса. И нашей целью является повышение конкурентоспособности отечественного производителя. Путем очень простых шагов. Путем сбережения ресурсов, энергии, воды. Как это делать, мы рассказываем нашим потребителям с помощью примеров, с помощью наших экспертов технических, которые готовы прийти на помощь и показать алгоритм проведения обследования предприятия и нахождения тех сложных технических мест, которые существуют на предприятии. Специалисты центра утверждают, благодаря внедрению современных методик, предлагаемых экспертами, предприятие может реально сэкономить до 20% тепла и природного газа и до 10% электроэнергии. Услугами Центра ресурсоэффективного и чистого производства уже воспользовались более 10 предприятий Запорожского региона. На конференции ряд предприятий, таких как «Запорожогнеупор», «Полимер», «Укрграфит», «Хлебозавод номер 5», на собственном примере доказали экономическую целесообразность методики ЮНИДО и получили соответствующие сертификаты. За счет сотрудничества с данным центром себестоимость нашей продукции пластмассовой гораздо снизится и будет конкурентоспособна на нашем рынке. В конференции приняли участие около 100 представителей промышленных предприятий, инженерных, исследовательских, финансовых учреждений Запорожской области и Киева. По их словам, конференция дала возможность обменяться опытом, открыть дополнительные возможности для бизнеса. А это повысит конкурентоспособность и ускорит внедрение международных стандартов энергетического и экологического менеджмента.